Оля, всем привет! Вы на канале «Блондинка в Испании». Я направляюсь на прогулку. Смотрите, я хотела вам показать, какие чистые, аккуратные подъезды в Испании. Ну, меня они тоже поражают. Смотрите, вот такой вот у нас чистенький подъезд. Все в кафеле. Вот. Направляемся в лифт. Подъезд убирают раз в неделю, и тем не менее здесь очень-очень даже чисто. Так, идем на прогулочку. Я вам кое-что расскажу, запишу. У меня есть кое-какая информация. Вот такой вот лифтник современный тоже. Ну, по сравнению с нашими грязными подъездами, меня это, кстати, удивляет. Пойдемте. Вот такой вот подъезд с зеркалом. Библиотека тут в подъезде. Цветочки, уголок с цветочками, видите? Вот такие они, испанские подъезды. Выходим на улочку. Напоминаю, что сейчас ноябрь. Вы видели, как я одета. Было немножечко похолодание. Мы даже одевали куртки. А сегодня снова лето пришло. Я снова в футболке, в каплях. И уже снова тепло. Вот наша урбанизация. Я вам ее уже показывала. Называется она Альбатрос. Кстати, про урбанизацию. Я думала, что она не такая старая, а она еще, наверное, ну, по крайней мере, у нас висят памятки, и они с 2002 года. То есть 2002 года, вон возле бассейна кто-то сидит, 2002 года уже она была построена, представляете? Выглядит так новенько. Ну, ее, наверное, реставрируют, поддерживают. Поэтому она так и выглядит. Аккуратно, красиво. Место для парковки. Смотрите, в ноябре цветут розы. Ну, это ли не прекрасно? Не знаю, как вы. Я люблю природу, любуюсь цветочками. У меня весь Инстаграм в этих цветущих цветочках. Красота. И вот такая вот наш подъезд, наш двор. Вот это мне очень нравится. Давайте пройдем мимо. Вот так вот. Очень красиво. Смотрите. Красота. Конечно, сейчас людей не так уж много. Ну и это хорошо, спокойно, тихо. Сегодня прекрасный день. Обычно я бы сказала август. Но в Испании уже ноябрь. Так, выйдем через эту калиточку. Смотрите, как красиво. Видите? Я немножечко остановлюсь, покажу, какая красота. Ну, я не знаю, мой глаз на отдыхе постоянно при том. Я любуюсь и радуюсь красоте. Так. Вот здесь у нас. Так, а где открывать? Вот здесь. Вот. Нажимаем. И калиточка открывается. Вот такая вот, вот наш Альбатрос, название нашей урбанизации. И такая вот красота. Мы вышли на улочку. Не знаю, мне кажется, испанцы счастливые, что у них такая природа, что у них такое солнце, так тепло.
Мне кажется, что они и выглядят счастливыми. Потому что солнечные дни все-таки погода придают хорошее настроение. Все, увидимся на канале Блондинка Испании. Всем пока-пока. Адьос.